Друзья, всем привет! Вы снова на YouTube-канале «Мусорщик», с вами Витёк на связи. YouTube-канал про свалку, про все тех, кто на ней живет в лесу, и про все то, что можно на ней найти. Сегодня у меня уже почти 100 тысяч подписчиков, я приехал в лес вот поблагодарить Лен, так сказать. Купил боржоми, то, что они заказывали, купил сахар и кое-что еще. Вот. Но дело не в этом. Пошел, согнулся к будке, где живет Лена, и нет, она на работе, и меня за спину бабахнула собака. Собственно говоря, сейчас мы это все дело будем дезинфицировать водюней. Вот. Со второй Леной удалось пообщаться. Собственно говоря, вы это все сейчас увидите. Жду нашу Лену, которую мы снимали квартиру, и пока протираю свои ранения. Так что в лес опасно на самом деле очень ходить. Тут очень злые собаки. Короче, все плохо. А я сейчас вам попробую показать, не знаю. Короче. Укус через майку. Ну, не укус, удар больше, короче, не насквозь. Тем не менее, неприятный, короче. Буду сейчас мазать. Ну и пойдем общаться с нашими лесными жителями. Короче, приятного мало. Так что, если вы хотите посетить лес, учтите, что вас ждут впереди неприятности. Я сюда часто езжу, меня вроде эти собаки знают, но вот что-то одна какая-то дурноватая. Ну, я же тебе рассказывал, на Уралах загнали нас. Давай сначала, я... Так сначала... Куда на Уралах-то? Ну, в какие-то там... Там такие дома, блядь. Ну, заезжают... Это в Минске не... было? Конечно, а где? А что было? Чего загнали-то на Урал? Когда это было? В армии? Да, это моя срочка была. Мне дембель оставался 2 месяца. Я еще ел яйцо, блядь, и думаю... В 98-м? В 99-м. В 98-м я призывал. В 99-м году? Да. Иди. Чего ты? Иди. Да? Да. Рассказывай, что случилось. Как твои дела? А никак, вот. Напилась? Пешки пьяные, да? Дора, напилась. Ну иди, Витька. Как дела? Иди, нормально. Да, уже все видел, ладно. А ничего хорошего нет. Где Ленка, Чечня? На горе. Троху зарабила сегодня? Не знаю. Не знаю. Не знаю, да сярит. Я же не курю, ты знаешь. А что ты твой психанул, побежал домой? Потому что мешок тяжелый. Так и он тебе оставил, как ты тянула? Не, он свой собирал, это мое. Я не понимаю, почему у тебя вылетает 17-го, но у меня 14-го. Я помню 14 октября, точно. 14 октября 99-го. Да. Загнали на Уралах в Минск. Да. Ну, рассказывай. Но ем, сижу... Яйцо. Но уже дембель, понимаешь? Ну уже. Где ты яйцо в Урале взял? Так это докпай. Как? Докпай. Яйца давали? Да. Нормально, вас там в армии кормили. Нас выдают докпай. Угу. Ну. И, короче, ну духи там. Прилетает этот ротный. Говорит. Первая боевая. Все со, счет, ну, со счетами, с этой хуйней, блядь, попрыгали. Я говорю, строится, нахуй. Все построились, нахуй. И идем, блядь, болваны. Я смотрю, 2 шеренги стоит. 2. Спецназа. Впереди? Ну, впереди, да. Против вас? Не против. Перед. Перед. А, я понял. Ну, уже защита поставлена. А мы за ними. Не боюсь как. Что? Что у тебя? Опухло? Зубы болят? Зубы болят? Ё-моё. Надя, Надя, ты с каждым годом все хуже и хуже. Все пропало, да? И такой, а я смотрю, что тут такое необыкновенное. Сколько вы уже вместе живете? Мы с Надей уже долго, наверное, месяц. Лет 5? Сколько? А сколько? 7 год. 7 лет? Он тебя хоть не бьет? Дед, у нас такого никогда не было. Любовь. Это да, чё. В лесу своя жизнь. Кипит, бурлит. Ой, сейчас мечта.
А чего ты к Юльке не зашел? Был. Только от ее, да, жду Чечню. Вон свала где-то должна идти. Ну, она еще там на валу. На валу? Ты будешь идти? Да, собирала. Ну вот, подожду, что-то звонила, что-то хотела. На, у тебя нормально все? Да, нормально. С леса пока не собираешься уходить? Я тут... уже привыкла здесь. А? Я уже привыкла здесь. Да. А что с Ирой очкастой случилось? Отравилась. Дай спичек. Я не курю. А ты не боишься отравиться? Я не боюсь, я же проверяю на всех. Да? Да. У тебя дегустаторы есть? Да. Все ясно. Не, если я поднимаю, я не пью. Я, если вон. И люди надежные есть. Кого можно взять и все. Капец ты даешь. Один и второй. Что ты насобирал еще нехорошее? Да, тара. Тара? Да. Тара, трав. Ладно, пойду до Ленки, до Чечни. Дора, а как думаешь, что люди с леса не уходят? Да я не знаю. Ну ты что не уходишь? Я? Да. Потому что живу здесь. Нравится тебе такая жизнь? Не нравится. Ну ты же не уходишь. Приходится. Как это приходится? Ну приходится, потому что жилья нет. Да как это нет? Вот так. Нет. А, тебя же спалили в этом, да? Да. Где-то... В 16-м году. И что? Так отстроиться. Нема куда идти? Сестру с России не выпускают. И все, тебе нема куда идти, ты будешь в лесе тут. Да. Ё-моё. К сестре поехал. Куда? В Россию не пускают. А, не пускают? Потому что я обязана. Ну. А тебя тут не ищут обязанную? Нет. Нормально все? Да, приехали, документы привезли, чтобы я платила и все. Я понял. Я думал, из-за ковида не пускают, нет? Нет, приехали, документы привезли, и я плачу каждый месяц. Сколько ты сегодня бахнула, честно? Я? Да. Бутылку. Водки? Да. Обалдеть. На двоих. А, на двоих? Ну. Кошмар. А что? Иди, чипилой, да. Чипилой. Ладно, пошел. А иди ты пизду. Куда? Пизду. Что ты такая добрая? Во, пизду тогда. Все, иди отдыхай. Ну, моя какая бляха, видео твое хорошее показывает. Саня, так а что случилось? Ничего. Расскажи хоть ты с первых уст. Не знаю. Что было? Видать там Юлька? Да вон, видео показывает. Утёк, ну. Ну что, друзья, мы приехали в лес. Хогвартский лес, где живут люди в Минске. Вот. Вот-вот будет 100 тысяч подписчиков на канале. Я взял боржоми, сахар и еще пару презентиков, так сказать. И мы подходим к Лениному дому. Какой у Ленки тут пылесос. Солидный был. Разобрали на металл. Одна Ленка есть, но не та, которая тут живет. Лена. Да, я квартирантка. Кто? Квартирант. Ты снимаешь у них уже жилье? Да. А что с Сашей со своим не живешь? Саша ж твоего зовут? Руслан. А, Руслан. Фу, перепутал, извини. А Саша этого... Это брат его. Скалупа умерла, блядь. Это брат его, да. Ну. А точно умерла? А то он говорит, что... Умерла. Вы уже все тут знаете, да? Чего? Не знаю, какой-то... Ладно, это грустно. Это очень грустно. Какой-то... Я эту историю уже слышал очень и очень много раз от многих людей, и от всех все по-разному. Какой-то херни напился. Ты хоть не пьешь, что нет. Попало? Точно? Нет. А что ты пьешь? А? Ну, честно. Честно? Водку. Водку? Сколько, магазина. Сколько водки в день? В день? Пол-литру, литр? Нет, полтора. Полтора литра ты выпьешь водки. Одна? Нет, не одна. Слушай, 10 часов утра, сколько ты сегодня уже успела? А я ночью спала, потому что я на валу спала. А, прям на свалке? Да. Слушай, Ленка, такая была ты тетка, а? С каждым днем все хуже и хуже. Кстати, кто-то 2 недели назад обещал в Гомель уехать? 2-3, да, наверное, уже прошло. Да, я обещала. А так и не доехала? Нету. Лавандоса, ты ж мне не даешь. Нету лавандоса.
Нету. Хорошая ты тетка, добрая, итальянка нормальная тетка. Ну, только на работе, я так понял, да, все закрыто. Да? На работе? Где? Лена, вот эта, которая вот тут, вот тут, она... тут живет. Нет, она, походу, в Гомель, ой, в Гомель. Домой поехала. Куда домой? Ну, там, где она там живет. Где сын? Тут, в Сос, ну, в этом? Ну, наверное. Возле трассы, да? Как у нее вообще дела? Нормально. Я ей привез все то, что она заказывала. Нормально. Слушай, хорошо, 10 часов утра, ты слегка подчехленная. Какие планы на день? Лечь, лежать целый день? Тебе по морде дать. За что? За что столько чести? Нет, ну я просто ночь тую, замерзла, кстати, на валу холодно было, да. А в лесе теплее? Естественно. Будье? В собачьей будке. Ты мне скажи, твой Руслан, он вообще с этой будки хоть выходит, хоть и надо? Он уже не выходит, я его побила. Ты его побила? А что случилось? А он меня называет пидораской. Это за что он тебя так? Потому что я то так хожу, то так хожу. Мне же надо как-то походить и... Но живете вы вместе? Нет, мы отдельно под одеялами. В одной будке, но под отдельными одеялами. Да. Короче, он тебя обозвал, ты решила его стукнуть. Да. Стукнула? Ударила. Подожди, сколько тебе сейчас лет, если не секрет? 52. 52. А посадили тебя, а тебе сколько было? 20. 20. Ты тогда тоже одного мужика стукнула. Джазга сумородного. Руслан твой не боится повторить историю? Похоже, нет. Нет? Бессмертный. Весело у вас тут, в Гарвардском лесу. Да. Грибов нету. Чего? Дожди были, тепло, хорошо. Грибов вообще нет? Где грибы? Нету? Конечно. Ты ходила? Естественно. Одни подгазетники? Подхуеплетники. Подгазетники вон, есть? Подгазетники вон, около твоей сумо. А, вы эту Лену сумо называете? Ага. Чего? Что? Толстая? А. Мне кажется, она не больше тебя. Больше? Естественно. Да? Ясно. Все, это, кстати, Ленкина кухня. Видите, как укрыто полностью? Молодец. А это награды, так сказать, за достижения. Да, она заслужила. Заслужила? Да. Проведешь мне экскурсию по лесу? Нет. Чего? Я пойду спать. Спать? Давай мне деньги. Деньги? Да. А что я буду тебя здесь? Чтобы меня, бля, собаки поели там, да. Как меня, да? Ага. Чуть утек. А сколько тебе надо денег? 20 рублей. О, это что-то знакомое. А зачем тебе 20 мне... рублей? Какая тебе разница? Ну... Хандонов купить, блядь. Тебе 52 года, тетя. А я че, блядь? Тетя, моча, блядь. И надо двадцатка. А почему я каждый раз приезжаю, тебе надо 20 рублей? Цифры даже не меняются. А ты мне тогда дал 20 рублей? Блядь. Тогда не давал, нет. Не давал. Не давал. А сейчас не даешь. Но ты тогда помнишь, на что просила? Долги отдать, я помню. Ты сказала, я вчера бухала, набрала в долг, и мне надо двадцатка, помнишь? Нет, я в долг, да. Да, я сказал, а что ты бухала, меня не позвала, а долги будем вместе отдавать. А ты не пришел. А ты звала? Надо было тебя на вертолете прилететь, блядь. Ну, типа того, да. Да, типа того. Ты сегодня уже кушала? Нет, еще пока, еще меня покормил. Будешь кушать? Нет. Не будешь? Нет. Голодать будешь? Я шишки жареные кушаю. Не ври. Да. Врешь. Че? Ну потому что. Лена в прошлый раз мешок колбасы показывала, а ты говоришь, шишки жареные кушаешь. Откуда у меня колбаса, блядь? А, это Лена? Да, это Лена. А, сумо? Да. Ух ты, ёпта, блядь. Да. А что она со мной не поделилась? Ну это ты у нее уже сама спроси. А ты с ней делишься? Ну как бы, когда есть, да. Когда нету, то нет. Да. Блин, солнце стоит. Ну, шишки. Угу. Ну что ты пиздишь, блядь?
Я ничего, я вообще молчу. Ну так вот все, молчи. И что? Ты сколько шишек приготовишь? Ай, не обманывай ты про шишки. А что, он рыбу берет. Ваську давно видела, афганца? Гомельского? Не, друга твоего, это, нет, соседа? Не видел. Не видел? Как он вообще, жив-здоров? Ну как бы жив-здоров, но как бы не видел. Да, печаль, грустиночка. А что ты ей палатку, блядь? Что палатку? Поставишь? Я? Им, но... Васю? Но... Ты знаешь, сколько раз я ему предлагал построить халабуду? Честно, очень-очень много раз. Ой. И гвозди привозил, и говорил, давай вот с Максимом, давай поможем. И что, где Вася? А где Максим вообще-то? В Могилеве. Чаусы, знаешь такое деревню? Не деревня, город, город. Откуда я знаю? Ну вот, Могилевский район, Чаусы. А вон там уже ходят фотографии, да? Везде так фотографии. Передай ему привет. Передавай, скажи, Макс. Макс! А я не слышу, блядь, его. Ну давай, давай. Макс! И тебе не хвораешь, вот и все. О, нормально, нормально, молодец. Я тебе сейчас видео покажу, какая ты была год назад, хочешь? А я не помню. Не помнишь? Mm-mm. Кто тебе волосы покрасил? Сама красишь. Да? А это седина, блядь. Так ты закрашиваешь? Естественно. На работу пойдешь сегодня? Нет. Ты так посмотрел, я думал, сзади собака. Я не. Уже боюсь ваших собак, короче. Ну, бы их в баню. Не. Не пойдешь? Да ну, ебать. Ты сегодня уже нормально приняла. Заебать. Красиво, конечно. Ну, что естественно, то не безобразно, правильно, Лен? Да. Зато честно. Да. Никого не обманываю. А я никого не обманываю. Да. Бегают. Это понятно. Что собаки бегают. А про кого что говоришь? Ну что менты приходили? Да? А что они приходили? Опись населения? А? Опись населения? Документы проверили и все освободили. Да? Все хорошо у вас, да? Да. Что еще интересное у вас в лесу происходит? Ну белки бегают, блядь. Слушай, а если вот строиться, где можно построиться? Буду. Вон, на елке, нахуй. Не, ну так, что, 4 дерева свободных нету? Есть, вот стоят, да. Бери, не хочу. Бери. С кем общаешься в лесу? Ну, честно, вот так вот. С кем? Ну да, когда вот, ну, там, не выпиваешь, настроение хорошее. Вот с кем общаешься, с кем дружишь в лесу? У тебя друзья же здесь есть? Кроме белок, собак. Ну, как бы, блядь, поздороваюсь, да. А больше ни с кем ну, не может, общаюсь. За стол за общий ходишь кому-то покушать, да, выпить, шашлычок покушать. Я одиночка. Ай, ну не ври. Я всегда я туда подойду, все говорят, ты там бываешь. Сюда приду, все говорят, ты а здесь. А я бываешь. Одиночка. Я их лично... Ты на этой неделе была на свалке? Нет. Ты же говоришь, вчера ночевала там. Я ночевала, но не работала. Просто поночевать сходила? Да. До любовника? Там же... Откуда ты узнал? Ты же сказала сама. Да, любовника, да. Ё-моё. А у меня там есть красота. А твой знает? О, вышел знает. Твой, ё-моё. А у него ебало побитое. Ты начистила. Как бы так. Была ты добрая тетка, стала злая какая-то. О, дерешься, садись. Матом ругаешься. Садись. Сел, да, вижу, он сидит. Ну, сейчас ползуна. Будет, сейчас будет орать, смотри. Пидораска. И он и меня не любит. Матом ровеет нечто. Короче, везде давай, мне 20 рублей, блин. И ты пошла спать. Да, мне реально... А, ты сказал... Может, тебе бутылочку боржоми? Водичка минеральная, вкусная. Воду? Минеральную, вкусную, боржоми. А деньги мне дашь? Вместо денег, вот полечиться. Нахуй. Мне деньги надо. Ты заебал меня телефон положить, блядь. Во, наконец-то правду услышали, да. Лена. Говори номер, я сейчас переведу. Ё-моё. Нахуй. Я тебе не скажу его. Опять? Что ты меня, блядь, будешь мозги ебать. Зачем?
Зачем, нахуй? Зачем мне это надо? Ладно, я пойду дальше по лесу.